Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлен факт незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сетей интернет. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении, расположенном в одном из районов города Казани, было организовано проведение азартных игр и приобретено необходимое оборудование. Помещение было оборудовано компьютерами. В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. В ходе осмотра места происшествия изъята 21 единица мониторов, 20 системных блоков, мобильные устройства, также черновые записи. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.